Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Yam dharma kamata vimukti kama.
ati api deham avyayam kincha shisho ati api deham avyayam karotu meda pradayo vimokshanam karotu meda pradayo vimokshanam yam dharma kamata vimokti kama kama yam dharma kamata vimokti kama Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kim kashi shoratyapi deham avyayam Kim kashi shoratyapi deham avyayam Karotu medapradayo vimokshanam Karotu medapradayo vimokshanam Yam dharma kamata vimukti kama Yam dharma kamata vimukti kama Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kim kashi shoratyapi deham avyayam Kim kashi shoratyapi deham avyayam Vimokshanam Karoti medapradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimchashu shorati pitecham avyayam Kimchashu shorati pitecham Karotu yeda pradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimcha shishoratyapi deham avyayam Kimcha shishoratyapi deham avyayam Karotu medabhradayo vimokshanam Karotu medabhradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimcha shishoratyapi deham avyayam Kimcha shishoratyapi deham avyayam Karotu me dabhradayo vimokshanam Karotu me dabhradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimcha shishoratyapi deham avyayam Karotu medapradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimcha shishoratyapi deham avyayam Karotu medapradayo vimokshanam Yam dharma kamartha vimukti kamam Bhajanta ishtam gatim apnuvanti Kimcha shishoratyapi deham avyayam Karotu medapradayo vimokshanam Я, который, не помню личности Бога.
которые любовь личности Бога. Дхарма кама артха вимукти кама. Дхарма кама артха вимукти кама. Те, кто стремятся к осуществлению четырех принципов. Религиозного совершенства, процветания, чувственных удовольствий и спасения. Баджантам, баджантам, поклоняющийся, поклоняющийся, Иштам, Иштам, желаемый, желаемый, Гатим, Гатим, цель, цель, Абнуванти, Абнуванти, достигает, достигает, Ким, Ким, что говорить, что говорить, Ча, Ча, И, И, Ашиша, Ашиша, другое благословение. Рати, Рати, дает, Апи, Апи, даже, Дехам, Дехам, тело, тело, Авьяям, Авьяям, нетленное, Кароту, Кароту, пусть дарует, пусть дарует, Ме, Ме, Не, Не, Адабхадая, Адабхадая, бесконечно милости, бесконечно милости, верховная личность Бога, верховная личность Бога, Вимокшанам, Вимокшанам, избавление. Избавление. От непосредственно угрожающей опасности, опасности и от существования материального мира. Перевод. Те, кого интересуют четыре пути религии, а именно совершение обрядов, материальное процветание, удовлетворение чувств и освобождение, поклоняются Верховному Господу и получают от Него все, к чему стремились. Что говорить тогда о других благословениях? Господь порой одаряет таких корыстных почитателей даже духовным телом. Пусть же Он, Верховная Личность, явит мне свое безграничное милосердие и спасет меня как от случившейся беды, так и от мирского образа жизни. Комментарий Шрилы. Среди обитателей этого мира есть люди, которые свободны от материальных желаний, акамми. Другие, наоборот, хотят обрести как можно больше материальных благ. Третьи стремятся достичь успеха на пути религии, экономического процветания, удовлетворения чувств и, наконец, освобождения. Акама сарва камова, мокша кама ударадхи, тиврена бхакти йогина, яджета пурушам парам. Шмадбхагаватам 2.3.10. Чего бы ни желал человек, ничего материального, исполнения мирских желаний или освобождения, ему рекомендуется посвятить себя преданному служению Господу, и он получит все, к чему стремится. Кришна так добр. И я дхамам пропаденте там стадхайва баджами анам. Господь всегда отвечает взаимностью. Чего бы ни пожелало даже самое заурядное живое существо, Господь исполняет его желание. Кришна пребывает в сердцах всех живых существ и дарует им то, что они хотят обрести. Ишвара сарвабутанам хридеше арджуна тишхати. Рамаян сарвабутани янтра арудхани майян. Верховный Господь пребывает в сердце каждого у Арджуна и направляет скитание всех живых существ, которые как будто находятся в машине, созданной материальной энергией. Бхагавад-гита 18.61. Господь каждому дает возможность осуществить свои желания. Махараджа Друва, например, желал материальных благ в виде царства, большего, чем у его отца. Но в конце концов он обрел духовное тело и в придачу к нему царство, о котором мечтал. Ибо Верховный Господь никогда не разочаровывает тех, кто принимает покровительство Его лотосных стоп. Поскольку царь слонов Гаджендра вручил себя Верховной Личности Бога, желая спастись и от беды, в которую он попал, и в конце концов от бремени материальной жизни, то как Господь мог отказаться исполнить это желание? Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Шакандитам
Кришна. Хей Кришна, Натарна Синту, Винаванто Чагарпате, Олеша Обиха Канта, Рака Канта Намосте, Тапта Канчана Гауранге, Рахе Бриндаванешвари, Вишавану Сутре, Брахмани Харипие, Ванчава Варуджачая, Крипа Синтуя Левача, Патитанам Бхавани Йо, Вачнаде Йо, Намо-Намаха. Джай Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гадахара, Шри Васади Гоура Бхактавинда. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. So in this verse of Gajendra this morning, we're hearing Gajendra describe how the Lord fulfills the desires of those who approach Him. В сегодняшнем стихе мы видим, как Гаджендра описывает милость Господа, с которой Он исполняет все желания тех, кто к Нему обращается. Gajendra says, even those who are on the path of fruitive activities, their desires are fulfilled. Гаджендра говорит, даже те, кто гонятся за чувственными удовольствиями, получают, обретают желания. The path of Кармаканда is based on four activities: Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Путь Кармаканды или действия деятельности ради плодов базируется на четырех принципах: Дхарма, Артха, Кама и Мокша. Dharma, material religion. Most people in the world where if they are religious at all, it is for material purposes. Дхарма — это мирская религиозность. Даже если люди обращаются к религии, они делают это ради материальных целей. Yeah, we go to God to pray. We need something. We go to God. Если нам нужно что-то, мы идем молимся и обращаемся к Господу. That is what is described in Srimad Bhagavatam as Kaitava Dharma or cheating religion. Бхагаватам такой вид религии называется Кайтава Дхарма или обманная религия. So generally, in every trip, all over the world, people have that tendency when they're religious that they think religion is for material things. В большинстве своем люди, обращаясь к религии, подразумевают исполнение каких-то материальных желаний. We saw, for example, in history, the first people to go to when the first European people went to the America, when they sailed to the across the Atlantic to America, they were religious people. The first people. Первые люди, которые пересекли Атлантический океан, европейцы, которые ехали в Америку, они были религиозными людьми. The people coming out of Europe going to America were going there for some so they could practice their religion better. Они отправились из Европы покорять в Америку и для того, чтобы заниматься лучшей духовной практикой. And their piety, because of their piety, they got material benefit. They got economic development. Поскольку религиозность, благочестие помогает экономическому развитию. From dharma comes artha. Из дхармы проистекает артха. Where people are pious and religious, they get good results. They get economic benefit. Если люди благочестивые и религиозные, тогда они получают экономическое развитие, экономическую выгоду. But if people are not properly educated, they don't know how to make good use of that economic. Но если у людей нет правильного образования, они не знают, как правильно использовать это экономическое развитие. And then from economic development comes sense gratification. И вслед за экономическим развитием приходит чувственное удовольствие. You can see, for example, in China, that during the time of communism, when the communism was strictly enforced under the leadership of Mao Zedong,
the people live very simple and austere lives. Это можно видеть на примере Китая в те годы, когда коммунизм очень сильно имел очень сильное влияние под руководством Мао Цзэдуна. Люди в большинстве своем жили очень просто и аскетично. And also, of course, here in Russia. Так, то же самое было и здесь, в России. And during the communist time, there was more sense of brotherhood and equality among the people. Во времена советского периода среди людей был принцип братства и равенства. And that piety brought them economic development. Религиозность принесла им экономическое развитие. But with the economic development, people didn't have the proper knowledge how to use their economic development. Но у людей люди так и не обрели правильного знания, как пользоваться этим экономическим развитием. And when the prosperity comes, more wealth comes, it is spent on sense gratification. И когда процветание пришло, какое-то богатство появилось, люди все упустили на чувственное удовольствие. Drinking, bars, casinos, gambling. Водка, казино, бары, азартные игры. So many different drugs. Различные виды интоксикации, наркотики. So, with economic development, if people are not properly educated, they become degraded. Если у людей нет правильного образования, то экономическое развитие приводит их к деградации. The Vedic path was to reward people with economic development so that they could have sense gratification. А ведический путь награждает людей экономическим развитием и также чувством удовольствия. If people have proper education, then even when economic development comes, they will have some sense gratification, but that will be controlled, it will be restricted. Если люди благочестивые, обладают знанием, то когда экономическое развитие приносит им чувственное удовольствие, они могут его контролировать, то есть это дозировано. People are ultimately expected to understand that sense gratification is not making them happy. И в конечном итоге люди должны прийти к выводу, что чувство удовольствия не сделает их счастливыми. That even though I'm having sense gratification, I'm more disturbed than I was when I didn't have sense gratification. А в какой-то момент человек понимает, когда у меня не было столько чувственных наслаждений, я был менее обеспокоен, чем когда теперь, когда они появились. It's the nature of lust or material desire that it is never satisfied. Такова природа вожделения или материальных желаний. Они никогда не удовлетворяются. You do not put out a fire by putting more fuel on the fire. Вы не можете погасить огонь, подливая туда горючку. So the same way, the more we have sense gratification, the more we want sense gratification. Чем больше у человека чувственных наслаждений, тем больше он хочет. And the more agitated our mind and senses become. И тем более ум и чувства становятся сильными и властными над ним. So the Vedas prescribe the path of Karmakanda, which ultimately is meant to lead people to desire liberation. Поэтому ведический путь устроен таким образом, чтобы люди в конце концов пришли к пониманию необходимости освобождения. People should become disappointed with sense gratification and then think, what is the alternative? Люди должны прийти вследствие ведического пути к разочарованию в чувственном наслаждении и к пониманию освобождения. And the Vedas prescribe liberation, work for liberation. И веды предписывают действовать ради освобождения. But we find that people generally today they have no dharma and they have no interest in moksha. In general, people today are not religious and they have no interest in liberation. А сейчас в настоящее время мы видим, что у людей нет интереса ни к дхарме, ни к религии, ни к освобождению. They only want economic development for sense gratification. Они хотят всего лишь экономического развития для чувственного удовольствия. Take out the dharma and forget about moksha. Отвергнуть дхарму и забыть о мокше. And that's what we have today.
Вот что мы видим на сегодняшний день. Artha and Kama. Artha и Kama. People working hard for the economic development, try to enjoy sense. Люди тяжко трудятся ради экономического развития и потом погружаются в чувственное удовольствие. И в результате никто не счастлив. Поэтому Гаджендра говорит в сегодняшнем стихе, даже если у человека есть материальное желание, ему следует обратиться к Верховному Господу. Because it's ultimately the Supreme Lord who fulfills everyone's desire. Поскольку в конечном итоге только Верховный Господь исполняет желание каждого. Prabhupada quotes this verse from the second canto Srimad Bhagavatam. Шрила Прабхупада приводит в комментарии цитату из второй песни Шримад Бхагаватам. This verse comes after Sukadeva Goswami has mentioned many different demigods and the different benedictions you can get. Этот стих был произнесен после того, как Шукадева Госвами упомянул о различных полубогов и благословения, которые они дают. You want good health, you worship the sun god. Если вы хотите здоровья, вам следует поклоняться Богу Солнца. If you want rain, you worship Indra. Если необходим дождь, поклоняйтесь Индре. If you want wealth, you worship Lakshmi. Если вы хотите богатства, поклоняйтесь Лакшми. Like this, there's so many millions of demigods, and whatever we want, we can approach the appropriate demigod and fulfill our material design. Таким образом, существует огромное число полубогов, и если у вас появляется какое-то желание, вы можете обратиться к соответствующему полубогу, чтобы он выполнил это желание материально. But then Sukadeva Goswami says, Akama sarva kamo va moksha kamo dadati tevrena bhakti yogena yajeta purusham. That even if one has all material desires, or no material desires, or desires liberation, he should worship the Supreme Lord. И затем Шукадева Госвами произносит этот стих. Если у человека множество материальных желаний, нет никаких желаний, или у него есть желание освобождения, ему следует обратиться только к Верховной Личности Бога. He should take the, should do bhakti-yoga and worship the Purush, the Supreme Personality. Следует заниматься бхакти-йогой и поклоняться Пуруше, Верховной Личности Бога. It doesn't matter what your desire. И не важно, какие у вас желания. Material or spiritual. Материальное или духовное. But we can, all of our desires can be fulfilled by the grace of the Supreme. А любые наши желания исполняются по милости Верховного Господа. Of course, devotee is not expecting to have material. Конечно, преданные не должны развивать материальные желания. Не предполагается, что так нельзя. Гаджендра is a devotee, but he is a Sakama devotee. Гаджендра является преданным Господа, но он Сакама преданный. There's different levels of devotee. Есть разные уровни преданных. So Sakama devotee means he has some material. Преданный сакама означает, что у него присутствует материальное желание. Кришна describes in Bhagavad Gita, Chaturveda bhajantimam jnana suprikino arjuna. That there are four kinds of people who are all pious. They have sukriti. Sukriti means they've done some good deeds. В Bhagavad Gita Кришна описывает четыре категории благочестивых людей. Он говорит, что эти четыре категории благочестивы, то есть у них есть сукрити, определенное благочестие вследствие их деятельности. And although they they're in different conditions of life, they have different desires, but they have come to Krishna consciousness. Находясь в различных условиях жизни, у них есть различные желания, но тем не менее все они обращаются к Верховной Личности Бога. Арто джигнасур артарти гьяни ча баратаршаба. And then Krishna describes the four kinds of people, the four reasons. И потом Кришна перечисляет четыре категории людей и четыре причины, по которым они обращаются к Господу. Арта – distress. Гаджендра is in distress. Артха – бедствие. Гаджендра находится в плачевной ситуации. Now, a lot of people are in distress, but they don't come to Krishna. Хотя люди могут страдать, они не приходят к Кришне. Why not? Because they have no sukriti, they have no piety. Почему же они не обращаются? Поскольку у них нет сукрити, у них нет благочестия.
Somebody's in distress, they go to the bar, they get drunk. Кто-то, находясь в очень трудной, плачевной ситуации, идет в бар и напивается. Кто-то, попав в трудную ситуацию, совершает самоубийство. According to their different mental conditions, their past dates, they will act in different ways. В зависимости от своего состояния сознания и прошлой деятельности, они поступают сейчас по-разному. But Gajendra, on account of his past life, he is inclined to approach the Supreme Lord. Gajendra же, благодаря своей прошлой жизни, обращается теперь непосредственно к Господу. And it's not only people in distress who would act in this way, but then also jignasu, somebody else is in search of knowledge. А есть также люди, которые не страдают, но они присутствуют. Они интересуются, они любопытны. After jignasu means that they're inquisitive, they want to know. So the example of inquisitive people are the sages in Naimisharanya forest. Люди, которым интересно постичь что-то, то есть они любознательны. Примером таких людей являются мудрецы Наимишарани. They have a lot of questions to put. У них очень много вопросов. They want to know what's going to happen. Kali Yuga is coming. Они хотели очень узнать, что же делать, Kali Yuga приходит. Krishna just left the world. Кришна только что покинул планету. Where are the religious principles to be found? И где же тогда найти религиозные принципы? We see in the very first chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam. The chapter is called Questions by the Sages. В самом начале Шримад-Бхагаватам, в первой песне, в первой главе, мы можем прочитать это. Глава называется «Вопросы мудрецов». Sages are they not supposed to know everything? Why do they have questions? They should know everything. То есть у них есть вопросы, но они не хотят знать все. They're sages. We may think we should go to them and ask them questions. По идее, раз это мудрецы, мы должны идти к ним и задавать вопросы. But they also have questions. Но у них также есть вопросы. Bhakti Vikas Swami told me, he said, I have more questions now than I had when I was a new devotee. Бхакти Викаша Махарадж однажды недавно сказал мне, что у него сейчас больше вопросов возникает, чем когда он был новичком. Because we're reading Prabhupada's books, there's many things we want to understand more, we question about. Потому что как если мы читаем книги Прабхупады, то у нас возникает очень много вопросов, которые мы хотим узнать. Just because we're in Krishna consciousness a long time doesn't mean we don't have any questions. А если мы очень долго в сознании Кришны, это совсем не значит, что у нас теперь не будет возникать вопросов. We should have more questions than we ever had in the beginning. У нас даже может быть больше вопросов, чем когда мы только присоединились. In the same way, the sages, they were also inquisitive. They went to Naimisharanya forest to inquire. И вот точно так же мудрецы Наимишарани специально пришли в лес Наимишарани, чтобы задавать вопросы. Sometimes you get people, they come, they have a lot of questions, and then after some, you never see them again. Where did they go? Иногда бывает так, люди приходят, задают вопросы, потом мы их никогда больше не видим. Куда они делись? I was in Copenhagen one time, and I remember there was this one young man in Denmark, Copenhagen. A young man, he was coming every day to the town, and he had many questions. And then all of a sudden, he didn't come anymore. Однажды мне довелось быть в Копенгагене, и туда приходил один молодой человек, датчанин, он каждый день ходил, задавал кучу вопросов, и потом в какой-то момент исчез, и я больше его никогда не видел. And then I met him one day, I was on Sanctuary, and I met him, I said, what happened to you, why are you not coming to the temple? И вдруг я однажды был там же на Санкиртане, я распространял книги, и он мне попался на улице. И я его спросил, а куда же ты делся, почему ты не приходишь? So I have no more questions. У меня больше нет вопросов. Кончилось. So the idea questions are meant to lead us to become more active in Krishna consciousness. Но по идее вопросы должны побуждать нас быть более активными в сознании Кришны. The more we hear, the more we become convinced, and the more we engage in Krishna service.
Чем больше мы слушаем, получаем ответы на вопросы, тем больше мы становимся убеждены и задействованы в преданном служении. Then arti means somebody wants some material gain, some benefit, some wealth or something. Артхарти — это та категория, которая жаждет обрести какое-то богатство, какие-то плоды. And Dhruva Maharaj is the example of this person. Пример такой категории, примером в этой категории является Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj was not a pure devotee in the beginning. Dhruva Maharaj вначале не был чистым преданным. Became pure. Стал чистым. But initially he had a material desire. Но вначале у него были материальные желания. Devamrita Swami was in Ukraine. I was hearing his lecture. He was talking to the devotees, and he was talking. He said, "Oh, you women," he said, "you came to Krishna consciousness. You wanted a good husband." Я слушал однажды лекцию Девамриты Свами на украинском фестивале. Он там общался с преданными, разговаривал, говорил, вот вы, Мададжи, даже вы пришли в сознание Кришны, потому что вам хотелось хорошего мужа. Not everybody comes to Krishna consciousness with totally pure motives. Никто не приходит в сознание Кришны с абсолютно чистыми мотивами. So Dhruva Maharaj, he wanted a kingdom. He wanted a kingdom greater than his father. Так вот, Dhruva Maharaj хотел обрести царство, причем большее, чем у его отца. And he got it. И он получил его. But he regretted it. Но он отверг его, отказался. He said, he says, I came here looking for broke pieces of broken glass. И он сказал потом, я пришел себе сюда на самом деле в поисках битого стекла. But he said, instead, I have found this beautiful jewel. Но вместо этого я обрел прекрасный драгоценный камень. Because the Lord appeared to him. Поскольку Господь появился перед ним. The Lord came before him, revealed himself to him, and fully satisfied Dhruva. Поскольку Господь пришел к нему, проявил себя перед Dhruva и полностью тем самым его удовлетворил. So Dhruva Maharaj said, "Swamin kṛtartosmi varam na yache." He said, "Now I have no more material desire. Now I am fully satisfied." После чего Dhruva сказал, "Теперь у меня не осталось никаких материальных желаний, я полностью удовлетворен." What satisfied him? Not the kingdom. That didn't satisfy him. Царство не удовлетворило его. Because you get one kingdom, you want a bigger kingdom. Поскольку он получил царство большее. Нет, если он получил царство, то он хочет еще больше царства. Если он получает царство, он хочет еще больше. We will never be satisfied with our material. Таким образом, невозможно быть удовлетворенным материальными желаниями. But when we get Krishna, when we get the Supreme Lord, then we will be satisfied. Только когда мы обретаем Кришну, Верховного Господа, мы можем быть удовлетворены. But all other things, they're not going to satisfy us for long. Никакие другие вещи не принесут нам удовлетворения надолго. You get a wonderful new car. Вы обрели новую прекрасную машину. Oh, it's great. For a, you know, maybe a year or two. Может быть, это для вас целый год удовольствия. But then a new model comes out, you know, and then you start to think, wow, I'm going to get time to change the car. Потом появилась новая модель более лучше, и теперь человек думает, да, мне нужно менять машину. So the material world is like that; it cannot satisfy us. Материальный мир он таков, но мы не можем быть удовлетворенными здесь. But devotional service. Только преданное служение удовлетворит нас полностью. So Dhruva Maharaj, he experienced that. И Dhruva Maharaj получил этот опыт. And Gajendra also is aware of this. И Гаджендра говорит здесь об этом. So he is praying to the Lord. He said, "I know you can fulfill all of our material desires." Он молится Господу. Я знаю, ты можешь выполнить все желания. It's very easy for the Lord. Это очень легко для Господа. He can easily give us wealth or fame or all of these things of the material world. They're insignificant. Он может выполнить любое материальное желание, которое мы просим, богатство, славу, потому что это такая незначительная вещь.
But he does not easily give pure devotion. Но он не так легко дает чистую преданность. Pure devotional service is rarely achieved. Чистое преданное служение очень трудно достижимо. He can give all the other things to the material world. Он может дать любую другую вещь материальному миру. You want to get a lot of wealth? You can get it. Worship Krishna. If that's what you want, he can give that easy. Он может дать любое богатство, если вы хотите этого, поклоняйтесь Кришне, если он благоволит, то он даст. Rich people are not happy. Но богатые люди несчастливы. Some of the richest people are the most miserable people. Некоторые самые богатые люди самые несчастные люди. But devotees are happy. If devotees are fully satisfied. Но преданные счастливы и полностью удовлетворены. But Krishna rarely gives that pure devotion. Но Кришна очень редко дает чистую преданность. Because he becomes controlled by his devotees. Поскольку он сам попадает под контроль преданных. We know Krishna became the chariot driver for Arjuna. Мы знаем, что Кришна стал колесничим Арджуны. Krishna became a messenger on behalf of Maharaj Yudhisthira. Кришна стал посланником, да, представителем Махараджи Юдхиштхиры. Krishna becomes obligated. He comes under the control of his devotee. He has to do what his devotees want. Кришна становится зависимым, он попадает под влияние преданного и делает то, что он хочет. Because the devotees have love and Krishna is controlled by love. Поскольку у преданного есть любовь, а Кришна попадает под влияние любви. So Krishna rarely gives that. Поэтому он очень редко дает чистую любовь. But the devotees, the pure devotees of Krishna, are more merciful than Krishna. Но чистые преданные Кришны даже более милостивы, чем сам Кришна. The pure devotees, they will distribute that love. Чистые преданные распространяют эту любовь к каждому. So Chaitanya Mahaprabhu came in the mood of a devotee, distributing Krishna prema. Так Чайтанья Махапрабху пришел в настроении преданного распространять чистую любовь к Богу, Кришна према каждому. Он сделал очень легкой возможности достичь чистой любви к Богу и людям Кали-юги. Мы можем обрести Кришна прему, просто воспевая Святое имя. Но мы при этом должны воспевать с чистотой и с любовью. Это не просто механический процесс повторения имени без чувств. Мы должны развить это желание достичь Господа, эту любовь. So Gajendra is appreciating how the Supreme Lord can give so much more than just simply fulfilling material desire. Gajendra оценил здесь, насколько Господь может много дать, даже просто выполняя материальные желания. In the material world, nobody is peaceful. В материальном мире никто не умиротворен. Only the Buddha. Только преданный. Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakale Ashanta Krishna Bhakti Niskam Satesha Chanta. That Bhukti means the desire for material enjoyment. В этом стихе есть читание Чаритамриты, говорится Бхукти. Это те, кто жаждут чувственных удовольствий. Mukti, the desire for liberation. А мукти, те, кто хотят получить освобождение. Сиддхи, те, кто хотят обрести совершенство йоги. И ками, просто те, кто жаждут материальных наслаждений. Никто из этих категорий людей не умиротворены. Because they all want something material. Потому что они все хотят чего-то материального. They want something for their self. They're thinking of the body and they want that for their own pleasure. Потому что они хотят получить что-то для себя. Они считают себя телом и хотят получить какое-то телесное удовольствие. But Krishna Bhakti Niskam Saisha Shankar.
that the devotee of Krishna has no material desire. Но преданный Кришна не имеет материальных желаний. He has desire, but pure spiritual desire. У него есть желание, но чистое духовное желание. His desire is simply for Krishna's service. Его желание это просто служить Кришне. So that person is именно поэтому такая личность удовлетворена. So this is how we should be thinking. This is the idea of Gajendra, and we should cultivate this mood of selfless devotion. Так мы должны думать в этом смысл, и здесь Гаджендра говорит о бескорыстном служении. Just simply to be the servant. Просто стать слугой. Any questions? Есть вопросы? Когда была служителем храма, я проводила кулинарные курсы и делала совершенно бескорыстно все лакши, которые были у меня, отдавала духовному учителю. Теперь, когда я живу вне стен храма, не приходится себя обеспечивать, мне приходится за эти курсы брать деньги. Но, тем не менее, на этих курсах я даю людям знания о том, что нужно готовить именно освященную пищу, не просто вегетарианскую, а освященную. Даю некоторые аспекты философии знания Кришны очень аккуратно. Вот. И какое-то время я думала, что я служу Кришне таким способом, служу своему духовному учителю Прабхупаде. И недавно мне одна преданная сказала, что ты не строй иллюзий, на самом деле ты берешь за это деньги, ты не можешь назвать это служением. Я задумалась об этом, подумала, да, может, действительно это так. Вот. Что скажешь по этому поводу, Михайлович? Что обязанностью грихасхи семейного человека является жертвовать какую-то часть своих доходов на распространение сознания Кришны. И он даже упоминал иногда 50%. So, maybe you don't earn enough to be able to contribute so much to the... Может быть, вы не зарабатываете столько, чтобы иметь возможность жертвовать 50%. So you can contribute time. Но вы можете жертвовать время для храма. The idea is we should all try to contribute towards the temple. Вы можете тратить время, поддерживая храм, допустим. If you don't have a lot of money, if you don't have much money, you're just getting by, only sufficient for your own needs, then you should donate time to the service of the temple. Если вы не можете жертвовать деньги, может быть, вы можете жертвовать храм, время для поддержания храма. How many, you know, set, we have deities, set Nitai Sanchi Sutta, Jagannath, you do some puja, do some service for the deities. У нас есть божества Нитай Сачи Сута, можно им совершать пуджу. Or maybe when you can go for book distribution, you go for Harinam Sankirtan, this is all contributing service to the temple. Или выходить на Санкиртану, на Харинаму, это все жертвовать, вкладывать определенные усилия в страницу. Service behind the service,
have some money to live in the world. If you don't have any money, how will you live? А нам нужны какие-то деньги, чтобы жить в этом материальном мире. Мы же не можем просто без ничего жить. Yeah, they have to live somewhere. They don't have an ashram. The temple's not providing an ashram for you to live. То есть, ну, и поскольку вы сейчас не живете в храме, вам же где-то надо жить. You have to have some money for your basic needs. Поэтому вам нужны определенные деньги для личных нужд. What? So whatever comes by your honest endeavor, you're teaching cooking, that's okay. Поэтому то, что вам приходит благодаря тому, что вы обучаете на курсах, вот это ваше, то, что вам нужно. Поэтому все, что вы зарабатываете, используйте полностью в служении Кришне. Я не думаю, что это материально. Может быть, это не абсолютно полностью чистая бхакти-йога. Но это, безусловно, карма-йога. Бхакти-йога means шраванам, киртан, смаранам, банданам, these things. Бхакти-йога означает шраванам, киртанам, банданам, то есть прямые процессы. Okay, so if you're teaching cooking and you're doing it in the service of Krishna and telling people also to offer to Krishna, there's certainly a lot of devotion. Если вы на этих курсах действительно рассказываете людям какие-то аспекты преданного служения, а учите их предлагать пищу, то в этом очень много преданности. But it's mixed with some karma. Ну, оно смешано с какой-то кармой. Because you're making some money, right? Поскольку вы же деньги зарабатываете. So it's mixed with some karma yoga. Поэтому здесь присутствует элемент карма-йоги. But that's not bad. Ну, в этом нет ничего плохого. It's a lot better than a lot of other people. Это гораздо лучше, чем у многих людей. То, что у нас достаточно благочестия, чтобы принять сознание Кришны, принять Савашнаму Прабхупада, это просто заставляет чувствовать себя какими-то особенными и как бы возвышать себя над другими людьми. И порой мы говорим о других людях как-то свысока и даже с пренебрежением, но это ведь неправильно. Как избежать вот такого настроения? Understand, Lord Chaitanya is very merciful. He came to deliver the most fallen souls. Мы должны понять, что Господь Чайтанья очень милостив, и в первую очередь Он освобождает самых падших. So that pride is our ignorance. А эта гордость — это наше невежество. Rather we should think I'm the most fallen. Поэтому наоборот мы должны считать, я самый падший. That's why I'm becoming. Вот так я смогу стать преданным. Not because I'm so pure. Не от того, что я такой чистый. But because I'm so fallen. А потому что я такой падший. Скажи, пожалуйста. Хорошо описали три категории людей, которые обращаются к Богу с примерами. Не могли бы вы вкратце описать даже четвертую категорию? Okay. So the last category, Gyani, the one who's in search of knowledge, that was the four Kumaras. Итак, четвертая категория — это гьяни, те, которые ищут духовного знания. Примером могут быть четверо кумаров. Некоторые люди приходят в сознание Кришны, поскольку они прочитали книги, они оценили глубину этого знания, они хотят узнать больше. До этого четверо кумаров были брахма-гьяни, они были сосредоточены на постижении брахмана.
But they became also the Но они также стали преданными. By the mercy. По милости Верховного Господа. So Dhyanis, people who have a lot of, you know, they've read the books and they're really into the knowledge. They have a lot of knowledge. They've understood a lot of things from these books. Итак, это гьяни, которые четвертая категория людей, это гьяни, которые хотят получить больше знания, изучать книги и постичь всю эту науку. I was just in China in one city, not far away from here, and there was one man. An older man in his mid-60s, a Chinese man, and he'd been reading the Chinese books, and I was amazed. He was asking me all about the Kama Gayatri Mantra. Я вот сейчас только что был в Китае перед Россией, и там пришел один пожилой очень мужчина, ему уже 60 лет, китаец. И я был в шоке, он меня спрашивал, он прочитал книги на китайском, и он меня спрашивал о значении Kama Gayatri. Gone through the teachings of Lord Chaitanya very carefully, and he had questions about the Kama Gayatri. Он проштудировал учение Господа Читания очень внимательно и спрашивал о Kama Gayatri. You know, it's not an easy book to read. Teachings of Lord Chaitanya is quite philosophical. Если вы знаете, что учение Шри Читани это достаточно трудная книга, она полностью философская. And to put it into Chinese, you know, it's really like another world. И теперь представьте, что это еще на китайском языке для китайцев, это вообще другой мир. It has nothing to do with Chinese culture, Chinese philosophy. И рядом не стояло с китайской философией, китайской культурой. Он приходит, 60 лет человеку, спрашивает меня о Kama Gayatri. Вот это чистый гений. Dhyanis also can become good. The perfection of knowledge is to surrender to Krishna. Но совершенство гьяны, совершенство знания это предаться Кришне. Krishna says in Bhagavad Gita, Bahunam Dhyanam Yamnanante Dhyanavam Mantra Padyante Vasudev Sarvamiti Samahatma Sudurlava. After many births and deaths, one who is actually in knowledge knows that Vasudev Krishna is everything. Об этом стихе Бхагавад-гиты Кришна говорит, что после многих рождений и смертей те, кто действительно обрели истинное знание, приходят к пониманию того, что Кришна Васудева есть все. So the goal of knowledge fructifies when we become a devotee. That is the perfection of knowledge. Поэтому целью знания, плод всего знания является то, что Кришна Верховная Личность Бога. All of their knowledge is not complete until they come to devotion. Никакое знание не является полным, если оно не ведет к преданному служению. Once they become devoted, then okay, their knowledge is perfect. Но если человек стал преданным по-настоящему, тогда все в порядке, его знание совершенно. Because they've understood Vasudev Sarvamiti. Vasudev Krishna is everything. Поскольку он понял, что Васудева или Кришна есть все. But Samahatma Sudurlava. These souls are very rare. Но Самахатма Судурлабха, такие личности очень редко встречаются. Объясните, пожалуйста, что значит жертвовать неподходящим людям, неподходящем месте, неподходящее время? Что предпочтительнее? Жертвовать, ну, наше государство не обеспечивает полностью там постель, детдома, больниц, как вы говорили, и так далее. Что предпочтительнее? Жертвовать деньги детям больных, нуждающимся, или на преданное служение, на храм? Давать деньги на сознание Кришны это высшая благотворительность. Because that gives eternal benefit for the planet. Поскольку это дает вечное благо планете. You give for some sick children or like that, that's temporary benefit. It's only going to give some temporary relief.
Если вы отдаете детям в больнице эти деньги, это даст какой-то временный эффект, но всего лишь временный. Это не поменяет в принципе жизни этих детей. But if you give for Krishna consciousness, that can give a better life for so many. Но если вы отдаете деньги на сознание Кришны, вы тем самым обеспечиваете лучшую жизнь стольким людям, всем людям. But you feed the poor, the next day they're hungry again. Вы накормите голодного, на следующий день он опять также останется голодным. These children are sick. This is something because of their activities from the past. They're suffering. Дети, допустим, больны, это вследствие их деятельности из прошлого. And you give some donation for them, it's not going to change their karma. Вы дали пожертвование на их лечение, но это не облегчило их карму. Their happiness and the stress will remain the same. Счастье и страдания остались те же самые, уготованные им. But when you donate for Krishna consciousness, for the service of Krishna, it is eternal benefit for all living entities. Но когда вы используете эти деньги, отдаете их на служение Кришне, то это дает абсолютно вечное благо всем без исключения. It is the highest charity. Поэтому это высшая благотворительность. We have to stop. There is trouble. Так мы должны остановиться, там должен быть. И во сколько? Да. Как всегда? Наверное. Я полагаю, продолжение семинара будет. Да, отлично. Только начался. Не закончившись еще. Мне экран.